В Рязани, городе рожденный, архиепископ Серафим, святые Богом возведенный, он по деяниям своим, архиепископ Богучарский, призвал к симфонии властей, чтобы союз церковно-царский хранил в России всех людей, чтобы монаршей православной воспряла вновь святая Русь, рукой монархии державной несла свой крест и тяжкий груз. А нас, небесный царедворец, людьми и Господом любим, молись, Софийский чудотворец, святитель, старец Серафим.